Ну что, это мы переживем с Божьей помощью. Ну, чтоб нам было веселее и интереснее, продолжаем с вами вчерашний урок. Надеюсь, что вы его послушали. Тот, кто новый, надеюсь, тоже уловит смысл, потому что я его постаралась сделать немножко независимым от того, что было вчера. Рада всех вас видеть, хорошего вечера, независимо от того, какое сейчас позднее время, мы все равно собрались у экранов, как мы и договаривались. Спасибо вам за это. Шалом, Светлана. Ну что, готовы? Начинаем. Как-то один человек пришел в магазин и купил там попугая. Дети очень просили, на карантине было скучно, и он выбрал самого болтливого попугая. Когда он его принес домой, он чуть не сошел с ума, потому что этот попугай болтал без остановки. Ну что он болтал? Маты, проклятия, какие-то слова вообще нецензурные. И он схватился за голову, чему этот попугай научит моих детей, и побежал назад в магазин, чтобы его сдать. Тогда хозяин магазина сказал: «Подожди, ну он такой хороший попугай, он, наверное, уже привык к твоему дому. Давай так, ты от него не отказывайся, я тебе предлагаю купить второго попугая. У меня есть попугай просто перфект, пальчики оближешь». Он жил у главного раввина Израиля, он выучил все благословения, он с утра до вечера молится, он знает кадиш и кидуш. В общем, он твоего первого попугая научит, как вести себя правильно. Он купил этого попугая и через неделю прибегает в магазин и говорит: «Я такого просто не ожидал. Что случилось?» А он говорит, первый попугай, говорит: «Чтоб вы все сдохли». А второй начинает говорить: «Амен! Да чтоб в этом доме все сгорело! Кена и рацион, да будет так воля Всевышнего!» И так они целыми днями, один материт меня, а второй говорит: «Амен, пусть так и будет, Всевышний услышит молитвы этого праведника». В общем, это история про то, что очень сложно, находясь в одном доме, найти общий язык с людьми. Особенно сейчас я больше хочу акцентировать свое внимание на общение со своей семьей, потому что мы, как ни в какое другое время, может быть, даже впервые в жизни, закрыты в четырех стенах с нашими близкими людьми. Может быть, даже мы не привыкли разговаривать с ними, находить общие языки, больше связывались по телефону, по смс-кам и раздавали указания: «Купи в магазине это, на обед приготовь это». А тут нам надо с ними не то что находить общий язык, строить отношения, создавать связь. И я бы очень хотела с вами затронуть эту сложную тему для того, чтобы как можно больше избежать конфликтов, которые могут быть связаны с таким непростым временем, карантином, в котором мы все, к сожалению или к счастью, сейчас находимся. И, конечно же, мои слова будут не голословны, все это я взяла из Торы, никаких психологов мне не надо, когда передо мной, слава Богу, есть Тора и Раби, который мне ее объясняет. И, конечно же, я бы с вами очень хотела связать это тоже с сферата Омера, счетами дня Омера. Сегодня мы уже сказали благословение, поэтому я могу вам сказать, пятый день Омера, когда мы отсчитываем дни до нашей свадьбы со Всевышним, и мы стараемся изменить какие-то качества. Поэтому привет из Израиля, Лея, рада вас слышать, видеть. Шалом, Евгений. Поэтому, конечно же, самая актуальная сейчас тема – понять, как немножечко изменить свой характер, коль сам Всевышний нас на это наталкивает отсчетом, который мы сейчас ведем. Я хотела с вами поделиться сегодня инструментом, как слушать и воспринимать другого человека. И все это мы с вами будем учить из книги Пиркей Авот, о которой мы уже с вами говорили, которую мы начинаем изучать со следующего шаббата. И я объясню сегодня тоже, почему. Итак, начали. У нас в Талмуде. Мы с вами вчера говорили про споры. И я хочу напомнить, что большинство споров, кстати, это спор единственный, который называется между, как спор этих людей называется во имя Всевышнего, во имя правды, во имя небес. То есть мы очень много можем учить из этого спора. Но между кем он был всегда? Илель и Шамай. Я уверена, что все вы, независимо от вашего уровня соблюдения, слышали имена этих двух праведников, Илель и Шамай. Италия, мы с вами. Давайте сделаем, пожалуйста, этот урок наш за выздоровление всех в Италии, во всем мире, чтобы слово «корона» у нас ассоциировалось только со Всевышним, а не с маленьким вирусом, которого мы даже никогда не видели в глаза.
Питер, рада вас приветствовать. Извините, моя мама не может подключиться. Мне очень важно, чтобы она была на этом уроке, но нет. Так вот, Илели Шамай, о котором мы с вами сейчас говорим, символизирует собой добро и зло, если можно так сказать про этих двух праведников. Шамай – это человек, который судит всех жестоко, у которого нету отхода от рамок ни вправо, ни влево, только так, как надо, иначе ты дурак. Шамай – это человек, Калифорния, рады вас слышать, видеть. Никосия, с ума сойти, как вас всех раскидало. А вот представьте, если когда придет Машиах, мы все с вами увидимся онлайн в Иерусалиме. С Божьей помощью. Наталья, привет. Сарва, не очень приятно, Борис. А, рада всех вас видеть. Итак, продолжаем. Шамай – это знак суда, жестокости, суждения каждого человека. И в Пиркей Авот, поучение отцов, у нас есть вещи. О, спасибо. Спасибо большое, Анжелик. Три вещи, извините, секунду. Три вещи, которые сказаны от имени Шамая. Хочу вам их сейчас озвучить. Хотя, когда мы начнем с Божьей помощью учить Пиркей Авот, мы с вами к ним вернемся. Итак, Шамай говорил три вещи. Какие вещи он говорил? Сделай Тору своим постоянным занятием. Второе. Говори мало, делай много. И третье. Принимай любого человека с улыбкой, скажем так. И любой человек, который читает эти три суждения с Шамай, он говорит, вы стебетесь над нами? Как вы можете приводить, что это сказал Шамай, если он всех выгонял, все, кто не был с ним согласен, он всех гнал палкой, он не терпел других суждений. И вы мне говорите, что Шамай, его кредо жизни было принимать любого человека с улыбкой, да он никогда не улыбался, у него было количество учеников, которые только шли за ним, как овечки, и своего мнения у них не было, потому что те, у кого есть другое мнение, Шамай гнал палкой. Как можно сказать, что Шамай олицетворяет собой правило, принимая любого человека таким, какой он есть? Или вы надо мной смеетесь, или здесь есть что-то? Секунду, дети плачут, секунду. Извините. Или здесь есть что-то, что мы должны с вами выучить. Потому что любой нормальный человек, если бы он был знаком с Шамаем, он бы мог сказать любую вещь от его имени, не только не то, что он лапочка-милашка и всем улыбается. Вообще сказка не о нем. И, конечно же, у нас приводятся три истории. Я уверена, что одну из историй вы уже слышали, две остальные, может быть, будут вам на «вы», но так же, как вчера я вам говорила три истории про Раби Акиву для того, чтобы понять, какой личностью был этот человек. То же самое хочу сделать здесь, но только уже немножко в другое направление, чтобы вы поняли, какой личностью был Шамай. Кишинев, Литва, Вильнюс. Вы с нами, а мы с вами. Итак, первая история, рассказанная про Шамая. Нет, секунду, я немножечко остановлюсь. Почему мы учим с вами Пиркей Авот? Там, где сказаны все эти истории, я хочу немножко на этом остановиться. Итак, мы с вами вчера говорили, что мы сейчас проходим с вами период, когда мы от рабов становимся невестой Всевышнего, избранным народом. От мафиози мы становимся частью царского двора, и мы, конечно же, должны изменить свои качества, выкинуть свои привычки, перестать быть рабами своих привычек и понять, какая душа внутри нас заложена и какие хорошие качества, и, наконец-то, начать их проявлять. Я хочу вам сказать очень важную вещь, очень важную. Человек, который носит кипу и не соблюдает это правило, он не может считаться религиозным. Это правило, с которого надо начинать изучение Торы. Дерех эрец кадма ле Тора. Дорога, поведение, этика поведения, она стоит перед Торой.
Послушайте, это очень важно. То, как человек ведет себя с другим человеком, намного важнее, чем если он соблюдает Тору и к другим людям относится плохо. Я вам хочу доказать это двумя историями. Первая история – это, конечно же, Латвия, Днепропетровск. Какой у нас кибуц Галуйот? Первая история – это в доказательство моих слов. Когда был потоп, помните, Ноах, мы с вами уже говорили на недельную главу Ноах, что там происходило, люди, они не думали про Всевышнего, о чем они думали, как друг друга наказать. Они не приглашали гостей, они убивали, они прелюбодействовали, у них были отношения с животными, они не пускали гостей, это просто было поколение сумасшедшее, у них не было никакой связи друг с другом. И это поколение Всевышний посмотрел и сказал, нету им места на моей земле, сотру я их с лица земли, послал потоп и оставил только Ноаха. Когда же у нас есть дальше поколение Вавилонской башни? Когда эти люди были дружны между собой, ну что они в своей дружбе решили? Пойти против Всевышнего, построить башню, показать, что они тоже могут достичь этих высот, показать, что они тоже могут добиться без Всевышнего результата. Всевышний их не убивает, не делает потоп, ни ветром не сдувает их во свояси. Как он их наказывает? Можно сказать, что это даже не наказание. Он придумывает 70 языков так, чтобы люди перестали понимать друг друга, немножко поссорились и перестали строить эту башню. Отсюда мы учим, что когда люди между собой ссорятся, для Всевышнего это гораздо сложнее, гораздо отвратительнее, чем когда мы идем войной против Всевышнего. Когда мы идем против Всевышнего, он говорит, ладно, вы хотя бы обращаете на меня внимание. Вы говорите, что я плохой, вы говорите, что я не отвечаю на ваши молитвы, но что? Вы хотя бы разговариваете со мной. Любой атеист не может считаться атеистом, если он постоянно говорит, что он не верит в Бога, потому что он говорит о Боге. Всевышний ненавидит людей, которые ссорятся между собой. И второе доказательство, насколько Всевышнему важно, чтобы мы вначале друг с другом договорились, а потом уже отправляли свои молитвы к нему, сказано невероятное предложение в Торе. Тех, кого любят люди, любит Всевышний. Тех, кого люди не любят Всевышний. Вы понимаете, насколько это глубокое предложение? Ты можешь биться об стену целый день, в молитвах, в постах, в цдаке, отдавая не 20-ю часть, а 99% своего заработка Всевышнего. Но если тебя не любят другие люди, если ты отказал бедняку, если ты не приглашаешь людей в гости, если ты, да все что угодно, не навещаешь больных, не звонишь своей маме, и все они на тебя злятся, Всевышний закрывает свои врата и говорит, друг, тебя не любят люди, я тебя не могу любить. Поэтому для Всевышнего в первую очередь важно, чтобы мы стали людьми, чтобы мы очистили свои качества. Мы не можем быть хорошими для Всевышнего и плохие для наших соседей, друзей и семьи. Это очень важно. Не понимаю этот язык, но ваши лайки меня вдохновляют, Азнив. Значит так. Мы начинаем учить с вами Пиркей Авот, с Божьей помощью, на следующей неделе. У нас есть два минага, два обычая, сколько времени мы изучаем Пиркей Авот. Первый обычай – это все лето. Почему? Потому что как только приходит Песах, мы знаем, что Песах всегда празднуется весной. Мы убираем квартиру, мы обновляем гардероб, мы свитера все прячем наверх, спускаем летние красивые платьюшки. После Песаха мы уже все с вами начинаем думать, куда поехать летом отдохнуть. Как себя порадовать в летние каникулы. Мы начинаем чувствовать свое тело, мы начинаем раздеваться, мы хотим выдохнуть полной грудью и сделать что-то новое, начать учиться, начать задумываться. Не знаю, вы знаете, как происходит это весеннее обновление. И именно сейчас приходят наши мудрецы и говорят, тогда, когда начинаешь быть эгоистом и думать о себе, пожалуйста, начни учить Пиркей Авот, которая учит тебя этике поведения с другими людьми. Думая о себе и заполняя все свое существо словом «я», освободи место для «мы», «я» для другого человека. Понимаете? И тогда, если мы говорим, что когда летом мы обновляемся, тогда все лето мы должны учить Пиркей Авот. Хаббат же идет немножко по-другому. Обычно Хаббат говорит, что мы не все лето должны учить, а Пиркей Авот учится для того, чтобы перед тем, как мы
из периода рабов приходим к Шавуоту, к времени получения Торы, мы должны очистить себя, убрать изнутри эгоизм, потому что Тора не влезет в нас, мы настолько заполнены нашим «я», что Всевышний скажет: «Мне там нет места, сколько места ты внутри себя мне оставил, столько я его и займу». Мы должны учить Пиркея вот хотя бы до Шавуота, чтобы очистить себя, чтобы понять, какой борщ любит мой муж, как он любит, чтобы я одевалась, как он любит, чтобы я себя вела. Мы должны думать про Всевышнего, какими он хочет нас видеть, и немножечко лишапер, исправить свои внутренние качества. Так что по любому из двух мнений мы с вами на следующей неделе с Божьей помощью начинаем учить Пиркей Авот, этику поведения. Это единственная книга из 20, нет, из всего Талмуда, которая не рассказывает там законы, алахот. Она не учит нас, что делать по отношению ко Всевышнему. Это только этика жизни, как мы должны поступать по отношению к другим людям. Поэтому ее важно учить и евреям, и не евреям, и детям, и взрослым, просто как настольная книга. Она должна быть у каждого из нас. С Божьей помощью, чтобы мы в этом преуспели. Итак, чаще всего в Пиркей Авот у нас написано парой людей. Эта пара обычно это самые главные люди того поколения, скажем так, это президент и глава суда. Если мы с вами говорим про пару, о которой мы дальше пойдет речь, Илель и Шамай, Илель, он был самым главным, он был президентом того поколения, Шамай, он был немножечко ниже, но ни в коем случае не уступал по своей мудрости Илелю, он был представителем судебной системы того времени. И Шамай говорит три вещи, о которых мы с вами уже упомянули, но я хочу немножечко разобрать их глубже. Немножечко. Оставлю на уроке по Пиркей Авот, что еще сказать. Сделай Тору постоянным занятием. Что он хотел сказать? Что если у вас не хватает часов в сутках, и вам кажется, что если бы было не 24, а 32, тогда бы вы все успевали, ни в коем случае нельзя уменьшать занятия изучения Торой. Не хватает на что-то времени, на час меньше поработай. Всевышний обещает, что тот, кто не работает в шаббат, он не только не пострадает, а его заработок станет более фундаментальным, он закрепится и будет только расти. Несмотря на то, что нам кажется, что может произойти по-другому. Значит так, если у вас есть выбор приготовить еду, посидеть с детьми, пойти поспать, вы это все отменяете и заходите на экран урок с Адиной, потому что Тора дает нам энергию, Тора дает нам жизнь, и ни в коем случае, так же как больной человек, не о нас будет сказано, не откажется от таблетки, которая поддерживает его состояние, также мы не должны отказываться от постоянного изучения Тора. Еще забегая, но уже к тому, что мы с вами учили раньше в период Рош ха-Шана, кто помнит, я вами горжусь, ставлю оценку 5 за урок. Когда наша душа поднимается ко Всевышнему, Всевышний спрашивает у него всего 5 вопросов. Мы с вами о них уже говорили, сейчас не буду повторять, но только один вопрос я хочу выделить. Сделал ли ты постоянным изучение Торы? Почувствуйте, какой здесь глубокий смысл. Всевышний не спросит нас, изучал ли ты Тору весь день. Был ли ты ешебохером, у которого жена работала на 2000 шекелей, а ты целыми днями сидел и учил Тору. Он не спросит, долбился ли ты об стену в молитве 24 часа в сутки. Он спросит только одну вещь, до которой каждый из нас может дойти. Сделал ли ты занятие Торой постоянным занятием? Было ли у тебя такое в жизни, что каждый четверг в 7 вечера, пусть весь мир перевернется, корона нападет на мир, урок с 1 понедельной главе ты не пропустишь. Если в твоей жизни это так, то тогда твоя душа сможет спокойно сказать Всевышнему: «Да, кавати этим ли Тора, я сделал изучение моей Торы постоянной». Второе, что Шамай говорит, говори мало, делай много. Если первое у нас это Тора, изучение Торы, оно важное, но не количество, а постоянство. Второе его правило говорит в отношении заповедей. Очень важное правило, и ради только этого правила можно было уже с вами собраться и закрыть сейчас эфир. Тогда раба, вакша. Что я хотела сказать?
На скрытой вещи лежит благословение. Это очень важно. Если вы хотите преуспеть в каком-то деле, вы не должны о нем никому рассказывать. На прошлом уроке мы с вами говорили про айнара, дурной глаз. Когда человек видит какое-то благословение, он начинает о нем говорить, завидовать. Это горем леках, это влияет на то, что Всевышний открывает книги и проверяет, заслужили мы это или нет. Так вот, на скрытой вещи лежит благословение. И именно поэтому женщина, находясь уже в беременном состоянии, с Божьей помощью, каждая из нас, кто хочет этого уже в этом... Нет, в этом году мы не успеем, в следующем. До 5 месяца не должна рассказывать о том, что она беременная, потому что... Что? Если Всевышний это скрыл в животе, значит, не надо об этом направо и налево говорить, потому что дурной глаз, он существует, независимо от того, верим мы в него или нет. Значит, в заповедях, в отношении заповедей Шамай говорит, не болтай много, не хвастайся, не надо этого бла-бла-бла. Сделал заповедь, тихонечко, все, Всевышний записал. Знаете, какое важное вообще правило, которое меня всегда останавливает рассказывать про хорошие вещи, которые я делаю? Например, цдака. Когда я даю цдаку, Всевышний на небе уже знает, что он за эту цдаку даст мне, я не знаю, 100 золотых. Но как только меня в этом мире начинают уже награждать за эту цдаку, какая ты молодец, что дала, какая ты хорошая, спасибо тебе большое, каждое это спасибо, Всевышний говорит, так, она уже получила одну золотую, вторую, третью, четвертую, поэтому на небе там остается уже меньше кэша за каждую нашу исполненную заповедь. Поэтому храните ваши добрые дела и ваши намерения в секрете. Это важно. И третье. То, что связано с гмилут хасадим. Спасибо большое. Гмилут хасадим – это отношение между человеком и человеком. Шамай говорит, какой бы человек к тебе ни пришел, тебе кажется, что, я не знаю, он бомж, он глупый, он плохо влияет, он мафия, он, не знаю, все что угодно. Разные люди встречаются нам в жизни. Любого человека принимай добросердечно. И это очень относится к гостям. Если вы помните, опять базируясь уже на тех уроках, которые вы со мной прошли, когда мы говорили про гостеприимство Авраама. Гость никогда не приходит к вам за едой. Гость приходит за энергией. Очень легко накрыть стол, дать ему покушать и сидеть и делать вид, что нам и так мало еды, мы хотим пойти спать, мы хотим пообщаться с детьми, сидеть и читать газету. Гость приходит только для того, чтобы почувствовать, что он кому-то нужен. Поэтому он говорит, Шамай, каждого человека встречай с улыбкой, покажи, что его здесь ждали, что не этот человек, что не ты делаешь одолжение человеку, что ты принял его у себя дома, а это он делает тебе одолжение, что пришел к тебе и дал тебе возможность исполнить заповедь гостеприимства, и что твой дом осветился и использует свой потенциал. Окей, очень красивые вещи, если бы их сказал Илель. Илель был праведником, лапочкой, он всех встречал с улыбкой, он принимал гостей миллионы. Он должен был сказать эти слова. Но опять спасибо, я вас тоже всех рада видеть. Но я опять вам хочу напомнить, Шамай был другим, он никого не встречал с улыбкой. И я опять сейчас, те истории, которые я хотела сказать в начале, я их озвучу сейчас. Три истории, которые, может быть, вы уже знали, может, нет, но они нам покажут, кем был Шамай и подходит ли ему сказать те вещи, которые мы сейчас с вами озвучили. Три истории про двух неевреев, которые решили принять еврейство. Первый пришел к Шамаю и говорит, «Шалом, я не еврей, хочу стать евреем». Шамай говорит, «Хорошо, ты берешь на себя исполнение всех заповедей». Он говорит, да, но я тут почитал в Фейсбуке, в разных сайтах, посоветовался. В общем, я беру на себя только письменную Тору. Не зажигай свет, например, в шаббат. А то, что сказали мудрецы, 39 заповедей, которые непонятно откуда они взяли, Всевышний вообще это не говорил, я не буду соблюдать. Письменную, пожалуйста, всю, научи меня. Шамай обматерил его, сказал, да как ты можешь?
ты не уважаешь мудрецов, ты не уважаешь меня, вали отсюда. Ушел этот несчастный человек, но вспомнил, что есть еще один на этой улице праведник, к которому можно пойти. Пришел он к Илелю, и Илель его принял с улыбкой и начал с ним учить алиф-бет. Он говорит, это алиф, это бет, это гимл, все усвоил, давай, следующий урок у нас будет завтра. На следующий день пришел этот человек опять на урок к Илелю, и он говорит, значит так, это буква гимл, это буква далит, а это буква алиф. Ну как? Ты же вчера говорил, что это алиф, а ты сейчас говоришь, что это далит? Как тебя понять? Скажи мне, пожалуйста, мой друг, ты мне доверяешь, если ты учишься у меня? Ну, конечно, доверяю. У тебя столько миллионов учеников. Конечно. Он говорит, если ты доверяешь мне, что это алиф, а это бет, доверься мне, пожалуйста, что письменная Тора и устная Тора, они одинаково важны и взаимосвязаны, и нельзя выбрать одну. Давай мы будем с тобой учить и ту, и другую. И стал этот гер евреем, полноценным соблюдающим заповеди. Ваши комментарии меня просто вот заряжают. 10 вечера, я уже была убитая готовкой, помывкой всех детей и полов. А тут вы, и я прям взбодрилась. Продолжаем. Вторая история, которую, я уверена, вы уже слышали неоднократно, но я сегодня в эту историю внесу такую глубину, что вы ахнете, насколько она включала в себя мудрости. Итак, какая это история? Конечно же, про человека, который попросил обучить его Торе, стоя на одной ноге. Что сделал Шамай? Он еще не забыл того лузера, который пришел к нему вчера. Он взял в Талмуде написана такая линейка, которой измеряют стены, строительная линейка, и избил этого человека, швырнул его с лестницы, и он полетел кубарем. Вот такой вот у нас Шамай. Этот человек несчастный, не знал уже куда деваться, пошел к Илелю. И Илель сказал, конечно, я тебя научу. Как он сказал, не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Это вся Тора, а остальное комментарии, иди и учись. Мы сейчас с вами вернемся к этой истории, потому что она... Я когда прочитала объяснение Раби, я подумала, боже, насколько я поверхностно вообще учу Тору, и насколько она глубокая, насколько она вообще божественная. Человек не мог написать такие вещи. Окей, и третий гер, который пришел к Шамаю, и он проходил мимо дома учения Шамая, и он услышал, когда они читали недельную главу, в которой рассказывались о одеждах Коэна. И он был такой модник, у него все было Дольче Габбана, и он решил, ого, евреи делают моду, я хочу быть таким модным, как эти Коэны. Он пришел к Шамаю и сказал, я хочу быть Коэном. Шамай взялся за голову. Ты понимаешь, хоть что ты несешь? Я не могу стать коэном. Только потомки святого Аарона могут стать коэнами. Ты думаешь, что ты лучше меня? Вали отсюда. Что ты возобновил, возобнила себе? И тогда этот человек пошел к Илелю. Илель сказал, милый мой друг, конечно, только для того, чтобы быть коэном. Тебе надо сначала изучить законы, связанные с коэнством. Он сел и начал учить, когда он дошел до слов, где сказано, что коэн, который недобропорядочный, при первой своей молитве умирает, этот человек сказал, а нет, я хотел помодничать, я хотел одеть на себя камни, я хотел одеть на себя украшения, ну что, если это приведет к смерти, буду я ходить в простой Дольче Габбане и Версаче, и не надо мне всех этих украшений. Но Тора его уже успела так заманить, что он остался праведным евреем. Сказано дальше в Талмуде, что все три эти человека как-то собрались под одной крышей и начали обсуждать, что если бы они остановились только на Шамае, они бы не только отошли от Торы, но стали бы лезть шалом. Стали бы антисемитами. И только благодаря Илелю они мало того, что нашли свет в конце туннеля, они стали праведными евреями, гордостью нашего народа. И опять же я хочу с вами вернуться к началу и сказать, спросить скорее. Они прикалываются, говоря, что эти слова передал нам Шамай, вот этот вот злюка-бяка, он сказал, принимай каждого человека с улыбкой,
Я вам больше хочу сказать, что в начале, в Пиркей Авот, у нас говорится «Шамай», «Илель и Шамай говорили», а дальше, если еще есть одна мишна, которая рассказывает нам о их речениях, они говорят «Гу Ая Омер», «Он говорил», не повторяют снова их имена. И из этого мы тоже выводим невероятно глубокую вещь. Что такое «Гу Ая Омер»? А это значит, вот подумайте, жил человек 120 лет, у него было миллионы учеников, он каждый день на Ваикра давал уроки. И взять, сжать его жизнь, сжать его часы, миллионы часов уроков в какие-то три предложения невозможно. Как можно было в Пиркей Авот уместить? Шамай говорил, и только эти три вещи. А что он другое не говорил? Да весь Талмуд заполнен, как это, хидушим, новинками, которые он открыл, его патентами. Откуда взялись эти три вещи? Именно подсказка кроется в этих «Гу Ая Омер», «Он говорил». Эти три вещи олицетворяют человека. Это жизненная кредо, это когда человек молчит, а ты уже по нему видишь, что он такой. И мы с вами говорили уже про Раби Акиву. Он мог молчать, но мы с вами видели, какой он человек. Он любил всех, он принимал всех, он судил каждого человека в лучшую сторону. Он просто муа, персик-душка. Я Бой, но слушаю с удовольствием. Людмила, очень мне приятно, что вы в нашей компании. Спасибо вам большое. Со мной? Правильно? Сын нечаянно выключил Wi-Fi в квартире, извините. Скажите, что вы со мной, продолжайте. Не понимаю, если я уже в эфире или нет. Напишите мне, пожалуйста, если вы меня продолжаете слушать, и мы продолжим. Вы со мной? Ладно. О, все, вижу комментарии. Извините, пожалуйста. Все в порядке. Продолжаем. Если мы уже 2000 лет вспоминаем историю про этого нееврея, который просил стоять его на одной ноге, значит, в этом была какая-то фишка, в этом была глубина, и мы должны в ней разобраться. Все, вижу все ваши комментарии, поэтому продолжаем. Да, была заминка, спасибо моему сыночку, он слишком по мне скучает. Этот человек, он был не клоун. Он не хотел прикольнуться над Шамаем и быть выгнанным палкой. Какая-то была заключена идея в его словах. И когда мы поймем эту идею, мы еще больше зададимся вопросом, если этот гой был такой мудрый и задал такой вопрос, как Шамай вообще мог его выгнать и не послушать, потому что такие вопросы могут задать только мудрецы. Никакой человек не скажет нам, а можно я стану врачом, стоя на одной ноге? А можно я стану адвокатом, стоя на одной ноге? Что-то он хотел сказать, потому что понятно, что если на адвоката учится 4 года, на врача учится, я не знаю, 8 лет, Тору мы учим уже 2000 лет, и до сих пор ее не выучили все самые сильные умы. Значит, есть тут какая-то мудрость. А какая? Нет, пока какая не скажу, я усилю мой вопрос. Что Илель ему отвечает? Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе, в этом вся Тора. Ага, конечно, в этом вся Тора, ты мне будешь рассказывать. Про кашрут ему расскажи, сколько вообще заморочек. Подумайте только, как в Хабаде празднуют Песах. Мы даже квадратную мацу не едим. Мы майонез сами делаем. Я апельсиновые соки каждый день сама варю. Расскажи ему про Шаббат. Про то, как мы выключаем телефоны, абстрагируемся от мира и лишний раз думаем, можно это включить, можно это трогать. Расскажи ему про остальные законы, про обрезание младенца, когда у мамы берут это маленькое восьмидневное чудо и кладут под нож. Ты ему рассказываешь,
Не делай другому, что не хочешь, чтобы делали тебе. В этом вся Тора. Ты реально так думаешь? Расскажи это любому соблюдающему еврею, и он закидает тебя тапками. Второе. Этот человек попросил, чтобы его научили Торе на одной ноге. Что Илель делает? Он говорит одно предложение, а потом продолжает. А дальше садись и учи эти комментарии. Ну, не смешно. Этот человек тебя попросил обучить его всей Торе на одной ноге. Не надо было говорить, что есть еще какие-то комментарии, которые надо продолжать учить. Ты не исполнил свою миссию и то, что он у тебя попросил. Чем мы вдруг тебя вспоминаем с поколения в поколение, как милашку, который исполнил даже такой странный заскок другого человека. Был в этом какой-то нюанс. Я очень хочу с вами поделиться. Мудрость вопроса этого нееврея заключалась вот в чем. Он спросил, как можно в одной жизни соблюсти всю Тору? Как можно за один гильгуль, за один спуск нашей души в этот мир соблюсти всю Тору для того, чтобы сюда не возвращаться? Потому что слово «регель» на одной ноге чаще всего у нас используется как какой-то период. Другими словами, он спросил, Тора, она делится на отдельно законы для коэнов, отдельно законы для леви, отдельно законы для Исраэль, отдельно для женщин, отдельно для мужчин. Неужели для того, чтобы душа полностью очистилась? И сейчас мы немножко с вами заходим в Кабалу, немножечко, и говорим, что изначально в мир пришла одна большая душа, в Адама и Хаву. Она разделилась, была испачкана грехом Адама и Хавы, поднялась ко Всевышнему, и сейчас Всевышний нам по кусочку каждому из нас дает эту душу для того, чтобы мы в этом мире ее очищали. Например, душа каждого из вас могла в прошлой жизни выйти замуж за нееврея, родиться неевреем, не исполнять заповедь Шаббат, не давать сдаку. Что-то она в том мире не доделала, что мы вернулись в этом теле в это время, чтобы именно эту заповедь доделать и, может быть, завершить путешествие нашей души из поколения в поколение. И когда все души будут очищены, скорее всего, придет Машиах. Здесь я уже с вами не залажу в такие вещи. Он говорит, скажи, пожалуйста, Тора, она настолько глупая, что она дает тебе задания, которые ты не можешь выполнить. То есть каким бы новичком ты не был, не новичком даже, каким бы отличником ты не был, как бы ты ни учился с утра до вечера, вот родился ты в харидимной семье, ты знаешь все законы, исполняешь все заповеди, и все равно этого будет недостаточно для Всевышнего, и надо будет еще прийти в другом теле, чтобы родиться коэном, леви или Исраэлем. Вы понимаете, какой вообще глубокий вопрос? И здесь нам становится понятен с вами ответ Илеля, что он сказал. Первое правило. Не делай другому то, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Другими словами, Илель ему сказал, есть такая возможность, есть два варианта пройти всю Тору в этом гильгуле, в этом спуске нашей души. Первый – стань частью общества, стань частью других евреев. Например, как только я становлюсь, например, знаменитой, мои дети автоматически становятся детьми знаменитой мамы, хоть они никогда, например, не выступали. Как только мой муж становится миллионером, амен, я становлюсь автоматически женой миллионера, хотя в своей жизни не заработала, например, ни копейки. То есть... Виталий, вернись, пожалуйста, в комнату. Иди, пожалуйста, к Абе. Видите, сколько у нас помех? Значит, урок, наверное, кому-то важен. Секунду. То есть, как только мы становимся частью какой-то семьи, их заслуги переходят нам. Поэтому, если мы помогаем людям, которые изучают Тору, например, даем им деньги на содержание, это значит, что как будто бы он учит Тору, и я получаю заслуги за это, потому что если бы не мои деньги, которые я ему даю, он бы не мог учиться, благодаря мне он учится, часть заслуг переходит ко мне. Если я как-то помогаю коэну, например, приглашаю его домой на шабатные трапезы, чтобы он не готовил, я становлюсь частью заслуг этого коэна. Вообще, это очень важная вещь, которая настолько
классно, что сказал Илель, который любил всех евреев и неевреев. Как понять? Вот мы с вами говорили, что для того, чтобы получить Тору от Всевышнего, мы должны внутри очиститься, быть готовыми получить что-то сверхъестественное. Как понять, готовы мы или нет? Очень легкий ответ. Сейчас. Проверьте, любите ли вы людей, которые находятся вокруг вас. И вы поймете, все, что вы соблюдаете, это ради себя или ради Всевышнего. Потому что когда мы соблюдаем заповедный проект Цдаки, чаще всего для чего мы это делаем? Какой я молодец, не прошел мимо бабушки, которая просила. Когда мы приглашаем гостей, какая я молодец, я реализовалась как повариха, я наготовила столько всего вкусного, получила столько комплиментов, вау. Когда я даю вам уроки, я могу это делать для себя. Какая я молодец, что на карантине учусь, меня переполняют эти знания, и мне надо ради самой себя с кем-то с ними поделиться. Тогда во мне нету Всевышнего, тогда в вас нету Всевышнего, вы это делаете нетто для себя и для того, чтобы реализовать свой какой-то потенциал. Как понять, любите вы Всевышнего или себя? Очень легко. Любите ли вы творение Всевышнего или нет? Если вы исполняете все заповеди, но на своих детей орете, на мужа орете, с мамой не разговариваете неделями, на папу не обращаете внимания и подругам забываете звонить, то вы не любите творение Всевышнего. И поэтому я забываю вам, так же как в начале урока я всегда включаю песню с темой, с подсказкой к уроку, также в конце каждого урока я очень хочу вам давать задания, на которые этот урок должен вас как-то спровоцировать, подтолкнуть. Позвоните маме, позвоните своим подругам, друзьям, сделайте что-то для другого человека, улыбнитесь в конце концов, и это лишний раз докажет Всевышнему, что мы любим его творения, какими бы они ни были. Не он дебил, а его Всевышний сотворил таким, и я должен его любить. Есть крайние вообще примеры этого всего. Когда я училась в еврейской школе, у нас был один раввин, который в женской школе запрещал нам выщипывать брови. Почему? Потому что он говорил: «Одиночка родная, ты что, думаешь, что у тебя вкус лучше, чем у Всевышнего? Если он тебя создал вот так вот с одной монобровью, значит, Всевышнему кажется, что так красивее. Чё ты влазишь вообще в его замыслы?» Так вот, мы не настолько отходим, но в Пирке, вот, моем любимом, написано: «Нету человека, у которого бы не было звездного часа». То есть нету ничтожеств, нету людей без миссии в этом мире. Какой бы он вам ни казался недостойный, у него есть своя миссия, он посланник Всевышнего, и ты должен его принимать не как друга, не как соседа, не как кого, как кого-то, кого создал Всевышний, и только поэтому я его уважаю, даже если не за что другое его уважать. Это очень большой показатель, мера, как мы исполняем заповеди для себя или для Всевышнего. Итак, Илель сказал, первое, как можно сделать, соблюсти всю Тору, это стать частью общества и записать себе все заслуги этого общества. Второе, что можно сделать, то, что он сказал, а дальше все комментарии, иди и учись. Другими словами, он нам сказал, если у нас нет возможности с вами исполнить заповеди жертвоприношения, исполнить заповеди, я не знаю, женщина не может исполнить заповедь обрезания, например, тогда нам надо учить эти законы. Как только мы учим эти законы, мы знаем, как их делать, мы говорим Всевышнему: «Любимый мой папочка, если бы я могла, я бы сделала эту заповедь, но я не могу, поэтому я хотя бы изучу, и если ты мне дашь возможность, я сразу же побегу ее делать». Секунду, летали. Ну... Секунду. Окей, и тут мы задаем вопрос. Если этот человек задал такой нереальный вопрос, который даже мы не догадались, в чем его суть, а Шамай определенно догадался, почему он его выгнал? И опять же, можем ли мы сказать, что этот человек отличается своей любовью к другим людям, если даже такого праведника он погнал, как мы сказали с вами, огромной линейкой с лестницы? Я с вами уже говорила два урока назад эту историю,
Я хочу ее вам напомнить, потому что с нее можно выжать еще немножечко в другом направлении информацию, подходящую под смысл нашего урока. Помните, я говорила, что когда-то ученики Бальшимтова молились вместе с ним в одной синагоге? И зная, что молитва Бальшимтова очень часто затягивается, потому что он поднимается как к престолу Всевышнего, он просит за весь еврейский народ, он общается с ангелами, я не знаю, какие там высоты Бальшимтов залазил, двое ребят очень сильно проголодались и решили, что пока Бальшимтов молится, они сгоняют на кухню, что-то покушают и вернутся, Бальшимтов не заметил. Как только они зашли на кухню и начали кушать, заходит туда Бальшимтов и говорит: «Спасибо большое, молитва закончила, можно не возвращаться». Бальшимтов, ну как, почему? И он мне рассказал историю, представьте. Боже, какие комментарии. Спасибо большое. Представьте себе, что вы, помните, идете по улице, и вдруг слышите мяу-мяу-мяу, поднимаете голову, на дереве застрял кот, его надо достать. Вы собираете компанию, строите лесенку один из другого, чтобы последний достал этого кота. Что будет, если тот, кто стоит внизу, или на нем второй, решат, что пока там достают этого кота, он пойдет и прогуляется. Вся лестница разобьется. То же самое Бальшимтов говорит: неужели вы думаете, что у меня есть крылья, чтобы подняться ко Всевышнему одному? Нет у меня крыльев. Я стою на ваших молитвах, а как только вы внизу уходите, я тоже сваливаюсь и не могу больше находиться вместе со Всевышним. Подумайте, если Бальшимтов нуждался в своих учениках, насколько мы, наши молитвы, могут быть еще одной лесенкой для того, чтобы все было исполнено, для того, чтобы Всевышний наконец услышал наши молитвы, чтобы мы вышли из карантина и просто подышали свежим воздухом без маски. Продолжаем. Обычно, то есть всегда, за исключением 2-3 случаев, на которые есть объяснение, когда в Талмуде у нас приводится спор между Илелем и Шамаем, а их миллионы на каждую тему. Мы в Хануку с вами уже разбирали даже один спор, помните? Илель говорит, что надо зажигать от одной свечи к 8, а Шамай, наоборот, говорит, чудо становилось с каждым днем все меньше и меньше, поэтому в Хануку надо зажигать сначала 8 свечей, и с каждым днем уменьшаться и уменьшаться. Гениальный спор вообще, на мой взгляд. Всегда Шамая мнение приводится первым. Почему? И объясняют наши мудрецы, потому что Илель был таким лапочкой, таким джентльменом, таким приветливым, что даже когда они вели споры на арене вместе с Шамаем, его ученики были джентльменами и всегда давали первое слово ученикам Шамая. Поэтому Шамай всегда приводится первым, а Илель вторым, так как он уже отвечал на все то, что говорили ученики Шамая. Пирке вот исключение. Тут Илель говорится первый, а Шамай вторым. И Раби говорит, что это не зря. Почему нам от имени Шамая приводят такое изречение, которое совсем ему не подходит? Провожу аналог с прошлым уроком. Кто не слушал, пожалуйста, послушайте. Очень сложно, если нет связи с тем, что мы учили раньше. Помните, мы с вами говорили, что Раби Акива, то, что он говорил, он сказал уже после того, как случилось. «Возлюби ближнего, как самого себя», он сказал после того, как его ученики умерли. То же самое и здесь. Шамай сказал эти слова постфактум, к концу жизни, когда он посмотрел на всех этих геров, которые вышли праведными евреями со школы Илеля, он посмотрел на них и сказал: «Ого, какое правило я выучил! К сожалению, к концу жизни, но я каждому из вас могу сказать, что мое поведение, оно было неправильным. Пожалуйста, не берите с меня пример, не смотрите на мое поведение, ни вы, ни мои близкие ученики. Принимай любого человека с улыбкой, потому что ты не знаешь, что из него выйдет, ты не знаешь, кто перед тобой стоит. Ни в коем случае не суди с первого взгляда, а дай им шанс. То, чего не делал я, и сделал Илель. Я от него это выучил». И хочу дальше этому обучать других. Например, хочу вам рассказать историю, не знаю, насколько она была правдива или нет, в интернете они пишут, по крайней мере. А если в интернете пишут, значит, это правда. Интернет же не обманывает. История про Томаса Эдисона, у которого, между прочим,
1093 патента. Он изобрел телефон, телеграф, лампочку. И вот этот мальчик, когда он был маленький, у него были, как это на русском звучит, он очень плохо учился, он был неусидчивым, он плохо умел читать, он плохо себя вел, в общем, был незавидным учеником. И когда-то он приносит домой записку маме и говорит: «Мам, учительница сказала, что ты эту записку должна прочитать, я даже толком ее прочитать не могу». Мама открывает эту записку, читает и говорит: «Я сейчас прочитаю вслух». Учительница говорит, что: «Дорогая миссис, такие задатки, как есть у вашего сына, нет у него какого другого ребенка. Он схватывает всю информацию на лету. И я думаю, что не место ему в этой школе. Пусть он сидит и учится на домашнем обучении, потому что я его всему уже научила, и больше мне сказать ему нечего». И на следующий день Томас Эдисон не пошел в школу. Ему мама отбрала частных учителей, он как-то занимался, и он чувствовал себя гением, он чувствовал себя особенным от других детей. И благодаря этому он открыл все эти вещи, он стал знаменитым, он так облегчил нашу жизнь. Он, конечно, не придумал памперсы, но что бы мы с вами делали без телефона и лампочки? И когда он был уже взрослый, он пришел на квартиру к своей маме и на ее тумбочке обнаружил эту записку. Он открыл ее и прочитал. А там было написано совершенно наоборот. «Дорогая миссис, ваш мальчик не умеет читать, не умеет писать, он мешает всем своим одноклассникам учиться, мы выгоняем его из школы, прошу вас завтра его уже не посылать на занятия». Представьте себе, что бы было с мальчиком из бедной семьи, если бы ему зачитали такое постановление. Думаю, что было бы на одного бандита больше, и Томас Эдисон никогда бы не вошел в историю. Я не знаю, была ли эта история правдой или нет, но я вам говорю вещь, которая точно является правдой. Очень важно, особенно по отношению к близким, к детям, выделять и делать фоном хорошие вещи. Ни в коем случае не смотреть на ребенка с укоризненностью и говорить: «Ты опять это сделал, ты опять сломал, ты опять обидел свою сестру, ты опять смотришь мультики целый день». Потому что когда мы фоном делаем вот эти вот суждения наши, ребенок любит делать, вообще любой человек, он любит делать то, что у него получается. И если мы ему говорим, что лучше всего у тебя получается обманывать, бить, он будет это делать еще с большим энтузиазмом. Поэтому нам надо фоном сделать хорошее суждение. Мой любимый муж. Помните, какая-то картинка, когда мужа попросили почистить пол пакета картошки, он почистил каждую картошку наполовину. Так вот сказать. Ого, этого в интернете не написано. Но спасибо. Еще больше усиливает, по-моему, мою историю. Не каждый здоровый человек достигает того, что чего достиг этот мальчик вот с таким синдромом. Спасибо большое. И от вас я учусь. Благодарить за все. Спасибо, что ты мне помог. Вот правда, здесь и здесь надо было бы получше. Давай я тебе покажу. Ничего, что ты проиграл в этой игре. Если бы ты походил здесь так и так, ты бы выиграл. Постоянно выделять хорошее, доброе, как делал это Илель. Какие клоуны к нему приходили, и каждому он говорил: «Отодвинем твой вот этот вот странный характер и возьмем хорошее. Давай сядем, поучим буквы, сядем, поучим Тору. Стой на одной ноге, я тебе хоть что-то расскажу, мне не важно все вокруг. Я возьму из тебя одно хорошее и сделаю это центром твоей личности». И это, по-моему, если мы об этом не будем забывать, мы вырастим достойное поколение и сделаем из наших мужей царей, соответственно, станем царицами. Сейчас. Из Сферата Омера. Кто считает дни Омера, он знает, что каждый день символизирует какое-то качество, характер, который мы должны задуматься и, может быть, изменить в себе. Так вот, Раби говорит, что в мире у людей преобладают два качества характера. Весь мир на них делится. Есть еще фоновые, но две самые главные. Это хесед и гвура. Хесед – это человек, которому кайфово в любой ситуации, который найдет общий язык со всеми, который не боится
делиться, который добрый, который улыбчивый, который, разговаривая с каждым человеком, восприимчивый, отзывчивый, это хесед. Есть гвура, это человек, который судит себя, судит окружающих, которому гораздо комфортнее находиться наедине с самим собой. Эти люди, конечно же, больше достигают в жизни, потому что они чаще всего становятся профессорами, потому что они очень требовательны к себе, но, к сожалению, они также требовательны к другим людям. Так вот, Шамай не был плохим, ни в коем случае. У нас есть миллионы историй, которые показывают всю вообще красоту души Шамая. Но что? Он был полной гвурой, полным дином. Он был человеком, который не терпел неправды, который, он, например, требовал, чтобы, если делают шедух между мальчиком и девочкой, про невесту и про жениха говорили всю правду, ничего не утаить, какие болезни, болезни обязательно надо знать, какие черты характера, раскрывать прям все плохое, чтобы потом не было неожиданностей. А Элиэль говорил, нет, все можно изменить, он был чистым. Я знаю, как страшно кашлять сейчас, но я просто подавилась. Элиэль говорит важную вещь. Не важно, кто ты. Не важно, какое качество в тебе преобладает. Ты можешь быть кем угодно. Но что? Смотри на любого человека через призму хеседа. Через призму, что он творение Всевышнего, и в нем есть обязательно что-то хорошее. Возьми этот комок хорошего и обрати внимание только на него. И ты увидишь, что он сам поверит, что он хороший и обязательно изменится. Я хочу закончить с вами это занятие на двух историях, которые вот просто, я не знаю, я могла только выйти в эфир и рассказать эту историю, и этого было бы достаточно. Кстати, немножечко отходя, я вам дам такую зарисовку, что из представителей наших праотцов Авраам, Ицхак и Яаков были очень ярко выраженные представители того, что я вам сказала. Например, Авраам, он был чистый хесед. У него был шатер, со всех четырех сторон он был открытый. Захоти, кто хочет, я для вас быка зарежу, я вам ноги помою, я после обрезания выйду вас встречать в пустыне, напою вас самым крутым вином и ничего не потребую взамен, кроме скажи, мне не надо, Всевышнему скажи спасибо и иди с миром. Чистый хесед. Ицхак у нас был чистая гвура, чистый дин. Он был закрытый, он соблюдал все заповеди внутри, он был очень требовательный к окружающим. Мы знаем с вами, что он... Спасибо большое, Белла. Белла, чао, Белла, чао. Мы знаем с вами, что он к концу жизни даже ослеп от того, что были там у него какие-то родственники, которые жгли приношения идолам. И он настолько не мог терпеть вообще, что кто-то думает по-другому, что кто-то не верит во Всевышнего и не идет его дорогой, что он ослеп. Настолько у него было сильно вот это вот чувство правды и непринятия чужого мнения. И кто у нас милашка, кто у нас тиферет, кто у нас соединение двух этих качеств? Конечно же, Яаков, потому что мы, откуда мы это видим? От того, как он благословляет своих детей, когда он собрал их вместе. Спасибо большое. Когда собрал он своих детей вместе, он их и хвалил, и делал им замечания. И все это было вместе. Папа, который всегда хвалит, он не заслужит уважения ребенка. Папа, который всегда замечает только плохие вещи, когда ребенок провинился, тоже не станет любимчиком своего сына. Важно видеть и то, и другое, где надо благодарить, где надо делать замечания. Таким был наш праотец Яаков. И, в принципе, мы хотим, чтобы наши дети, чтобы мы сами взяли это качество и были такими же, с Божьей помощью. И две истории, которые я вам пообещала. Мы с вами это уже эту историю уже приводили, но немножко в другом направлении. Я сейчас хочу выделить что-то другое, связанное опять же с нашим уроком. В недельную главу Ноах мы говорили про эту личность, и мы говорили, что во всех пять книг Торы, пять книжья Моисеева, во всей устной Торе, во всех, я не знаю, писаниях нету ни одного человека, который бы был назван праведником. Тора, она очень, очень категорична. Она не пускает в себя
нежности, комплименты. Моше нигде у нас не назван Рабейну, а Аарон нигде у нас не назван крутым чуваком, я не знаю, главным коэном, большим праведником. Тора очень скупа. Надо, она даст по голове. Делаешь все хорошо, делай, продолжай, для этого ты и создан. Единственный человек на протяжении всей Торы, который назван цадиком, праведником и еще очень много других слов, это кто был? Ноах. Схватимся за голову и скажем, как Ноах? Он круче Авраама, он круче Ицхака, Иакова, Давида, Шломо, всех личностей, почему именно он назван праведником. И дают наши мудрецы невероятный ответ, который, мне кажется, вот просто замечательная секум, вывод для всего нашего урока. Ноах стоял перед испытанием, перед которым никто из нас никогда не стоял. Он был против всего мира. Его Всевышний открылся и сказал: «Значит так, эти люди не умеют друг с другом себя вести, я хочу это поколение стереть с лица земли, ты, твоя жена, дети их, ну, сыновья их, жены останутся, звери там останутся по паре, по семь пар, кошерных, некошерных, все остальное». Вон с бала. И тут началось самое сложное. Ноах никогда не чувствовал, что он особенный. Он был немножечко лучше остальных. Но что? Даже Тора нам говорит, он был цадик бедорато в его поколении. И наши мудрецы еще добавляют и говорят, если бы он родился в поколении Авраама, не считался бы он ни за кого, его имя не было бы увековечено. Настолько он был вообще вот бейнони, такой средний, среднячок. И несмотря на это, никого другого, кроме него, не называют праведником. Почему? Потому что тут же, после того, как он начал строить ковчег, на него напал весь мир. Он был один против всех. К нему приходила жена и говорила, что ты из себя строишь, иди яичницу пожарь, иди детей покупай, иди уроки с ними сделай, сколько можно здесь страдать фигней. К нему приходили дети и говорили, папа, зачем ты это строишь? К нему приходили мэр города и говорил, что это ты на незаконных основаниях, у меня тут постройку, иди получи сначала все разрешения. К нему приходили все люди, с него смеяться, обзывать, говорить разные гадости. Он был один против всего человечества. Откуда взять силы? У нас с вами заканчиваются силы на карантине, когда мы сидим дома, у нас есть еда с Божьей помощью, у нас есть семья, у нас есть там с кем общаться, если нет, то у нас есть Facebook и телефон. Представляете, как было раньше, 100 лет назад, когда вообще всего этого не было? Как пережить карантин без интернета? Только представьте. Где взять человеку силы бороться против всего мира, если он никогда себя не считал чем-то особенным? И тогда приходит Тора и говорит, Ноах, ты праведник. Ты лучший, у тебя все получится. Я выбрал тебя из всех, я тебя назвал праведником. Моими дорогами ходил Ноах. Посмотри, Ноах, как я тебя люблю и какой ты особенный. То есть, когда Тора называет Ноаха цадиком, она не говорит, что он является цадиком, а она пытается создать атмосферу, в которой он поверит в себя и станет этим праведником. Мы с вами знаем, насколько комплименты меняют, насколько, когда нам говорят, какая вкусная еда, тебе приготовить, хочется готовить еще. Когда тебе говорят, как красиво поглажена рубашка, тебе хочется в следующий раз. Нет, не хочется. Ну, в общем, мы все любим, когда нас хвалят. То же самое Тора сделала с Ноахом, и это настолько круто. Насколько мы можем взять это тоже по отношению к нашим детям? Сейчас, когда мы находимся с ними 24/7, и некуда убежать. Я часто себя ловлю на том, что когда они тихо, я их не трогаю. Когда они начинают драться, я тут же начинаю разбираться, делать замечания, наказывать, все такое. Но когда они хорошо сидят, кто мне мешает подойти и сказать, какие вы молодцы, как вы хорошо сидите, как тихо в комнате, какую замечательную игру вы нашли. И не важно, что вы перевернули шкаф и сделали из него халабуду. Вы тихо, вы не ссоритесь, молодцы. Кто из вас хвалит больше, чем наказывает детей, сейчас, находясь в закрытом пространстве с ними? А Тора хвалит. И нам надо учиться из Торы. И последняя история, на которой бы я хотела сегодня закончить наш урок. Тоже очень поучительная. Сейчас. Извините, сейчас такие длинные комментарии читать не буду, но с Божьей помощью закончу урок и все почитаю, на все отвечу. Итак, Моше Рабейну писал у нас всю Тору под диктовку Всевышнего. Письменная Тора, все 5 книг, это прямые слова Всевышнего.
И даже то, что вызывает у многих вопросы и недоумения, последние шесть предложений Торы – это эспет, последние слова к умершему Муше. Как Муше мог сам по себе писать слова после своей смерти? У него был Руах Акодыш, он сначала эти слова написал, а потом умер. Ясно, что после, я не знаю, 10 казней и раскрытия Красного моря, если мы в это верим, то в то, что Моше Рабейну сам себе написал последние слова, а потом умер, мы тоже в это можем поверить. Это не самое яркое событие, произошедшее в нашей истории. Но там есть одно слово, на которое вообще стоит обратить внимание. Моше пишет сам о себе, что Моше был таким хорошим, не было такого, как Моше, он говорил со Всевышним, как никто другой до него и после него не говорил. Но что? Написано, его оплакивал дом Израиля, народ Израиля. И тут мы вспоминаем, что совсем недавно, когда умер Аарон, его брат, написано, что его оплакивал Коль Ам Исраэль, весь народ Израиля. То есть, другими словами, Моше Рабейну пишет нам: по мне поплачут 30 дней, успокоятся и вернутся на работу, по своим делам, будет у них бытовуха. А Аарон, причем Аарон, это единственная личность в Торе, где нам известна дата смерти, первая Ава, где он похоронен, известно, потому что каждый раз, из года в год, на протяжении тысяч лет, мы оплакиваем смерть этого человека. И Моше Рабейну, казалось бы, что он должен сказать на своей могиле, как бы, какой он был хороший, какие-то наставления. А он в этот эспет вставляет слова, что вообще-то его брат Аарон был намного круче, и по нему плакали и будут продолжать плакать, а про меня, может быть, даже забудут. В чем смысл? В том, что Моше Рабейну под конец своей жизни, так же, как и Шамай, понял какую-то важную вещь, то же самое озарение случилось и с Моше Рабейну. Он всегда, что у нас сказано про Моше? Моше эмет, ватурато эмет. Это то, что кричали Корах и его сподвижники, когда падали в яму. Моше – правда, и его Тора – правда. Моше всегда шел с правдой. Он всегда шел до конца. Он требовал от людей того, что он требовал от себя. Если мы немножечко с вами проведем аналогию, то он был как Шамай, который был гвурой, требовательным, потому что ему передавал Всевышний, что он хочет, и если, не дай Бог, люди его не послушают, то он будет нести ответственность, что не смог донести правильно до людей, что Всевышний от них хочет. А Аарон же, он был лапочкой. Что сказано про Аарона? Что мы самое яркое о нем знаем? Аарон любил мир, делал мир, стремился к миру. Три эти вещи. Он, ну вот эти вот все истории, которые в детском садике приводят, не знаю, если вам это не смешно будет. Ну, например, он приходил к поссорившейся паре и говорил: «Сарочка, Мойша там сидит и просто плачет, говорит, как он по тебе скучает». Приходил он к Мойше, который рвал и метал: «Ах, это коза, разведусь я с ней». И успокаивал его и говорит: «Мойшенька, ты не понимаешь, Сарочка там на себе волосы рвет, она так тебя любит, никого вообще видеть не хочет, только тебя. Вот только вернешься, и тут же между вами будет мир». И они оба остывали, вспоминали, что друг друга любят, и возвращались. Моше Рабейну, он вообще не занимался шломбайтом, он не занимался миром, потому что если он приходит к мужу, и муж говорит: «Она такая-сякая, не люблю ее, не хочу с ней быть, она меня обидела, она такие слова мне говорила», Моше Рабейну в жизни не пойдет к его жене и скажет: «Ты знаешь, он тебя любит». Нет, он тебя не любит, он тебя ненавидит, он с тобой хочет развестись, и вообще ничего бы... Да, правильно, и мужчина, и женщина, 100%. Это второе объяснение, спасибо, Эдуард. В общем, Моше Рабейну развел бы всех нафиг, а Аарон сделал мир, и поэтому люди переживали, кто же сейчас нас будет мирить. И тогда в историю вошли коучи, тренеры по личностному росту, психологи. В общем, это была их эра, которая продолжается до сих пор. Моше Рабейну за день до смерти открывает нам вещь, на которую он не догадался за всю свою жизнь. Он говорит: «Послушайте, вот сейчас я понял, как надо было правильно. Не допустите мои ошибки и сделайте так, как надо». И он нам говорит: «С правдой можно достичь многого, но это ни в какое сравнение не идет
с тем, чего можно добиться с миром. Потому что я никому оказался не нужен. Я со своей правдой всех задолбал. А Аарон со своим миром. Сейчас люди не знают, как без него вообще жить. Поэтому не всегда надо говорить правду. Особенно, если это наши близкие. Ты плохой, ты не можешь, у тебя не получается. Эту правду засуньте куда-нибудь глубоко. Скажите человеку что-то, что он хочет услышать, что ему даст силы, что выделит его хорошее внутри. И в очередной раз вспомните, что если вы не любите людей, и люди не любят вас, то со Всевышним вам делать нечего. Поэтому у нас есть с вами время с Божьей помощью. Сейчас очень мало, но оно очень будет у нас с Божьей помощью качественное. Усовершенствовать свои знания. Завтра, с самого начала, пожалуйста, скажите своим детям, какие они замечательные. Хвалите мужа за то, что он делает. Хвалите жену, потому что все, что у вас в холодильнике, на кухне, вся чистота и вся еда, это не потому, что она родилась для этого, а потому что она вас любит и хочет, чтобы это у вас было и в самом лучшем виде. Побольше Аават Исроэль, побольше понимания, любви. И как бы это ни звучало, поменьше правды, потому что бежать некуда, еще непонятно, сколько сидеть с этими людьми в закрытом помещении. Так что берегите себя, берегите родных и хвалите, хвалите, хвалите. Все, урок закончен. Единственное объявление, что в четверг урок в недельной главе про сыновей Аарона, тоже вообще офигенный урок. Я переношу с 7 часов на 10 вечера, надеюсь, вы все сможете, потому что праздник заканчивается в каждой стране по-другому, и я не хочу, не дай Бог, чтобы вы нарушили последние дни Песаха. Поэтому завтра зажигаем свечи, заканчиваем праздник Песах и не заканчиваем подготовку к празднику Шавуот. Всем легких карантиновых дней, здоровья! И спасибо за вашу поддержку и комментарии.